Так, и всем привет, с вами Джим Рейнер, я начинаю прохождение StarCraft 2 Legacy of the Void, дополнение новой секретной операции. Ну, давай на принцип. Прочитать вы это сможете на паузе, если захотите. Приготовьтесь к проверке экипировки. Что? Я... Где я? Оперативные данные засекречены ради вашей безопасности. Побочный эффект — пробелы в памяти. Встаньте и опустите визор для калибровки. Что-то не так? Нет. Калибровка завершена. Ясно. У вас стресс. Сохраняйте спокойствие. Давайте проверим систему маскировки вашего костюма. Поняла. Активируйте режим маскировки. Отключите маскировку. Отключите маскировку. Фор 54. Агент бежал. Срочно вышлите подкрепление. Нова на связи. Я на зашифрованной частоте. Запрашиваю срочную эвакуацию. Не могу ничего вспомнить. Нова? Думаю, нам стерли память и теперь держат на хорошо охраняемой базе. Мы должны сбежать и выйти на связь с Доминионом. Мы же были на задании. Что случилось? Видать, нам чертовски не повезло. Мы все выясним. Доберись до арсенала. Тебе нужно вооружиться. Чую заварушку. Сбежавший агент все еще здесь. Если не сдастся, ликвидируйте ее. Не попадайся им на глаза. Поняла. Я справлюсь. Что такое? Модельки что на высоком стоят. Поняла. Выдвигаюсь. А ты что такое? Что это за звук? Что такое? Тихо. Карабин. Нужно идти. Выдвигаюсь. Во что бы то ни стало. Мало времени. Поняла. Уже в пути. Выполняю. Я справлюсь. Дерьмо! Вижу цель! Дерьмо! Чую заварушку. Ой-ой-ой-ой-ой. Вырубаем всех, кого видим. Выдвигаюсь. Так, двигаем. Я справлюсь. Сейчас мы его быстро вырубим. Выполняю. Выдвигаюсь. Да, блядь! Так, ладно, ну и что? Чую заварушку. Выполняю. Так, ну, выдвигаюсь.
Я справлюсь. О, там можно пройти? Уже в пути. Поняла. Ну, типа я тут прошел. Выдвигаюсь. Я что-то тут во что бы то ни стало. Выдвигаюсь. Будьте начеку. Этот агент очень опасен. Мало времени. Поняла. Чую заварушку. Выполняю. Найдите ее немедленно! Выполняю. Поняла. Выдвигаюсь. Во что бы то ни стало. Нужно идти. Чую заварушку. Так, я добыла винтовку. Хорошо, но этого мало. Тебе нужно попасть в исследовательский блок. Поняла. Я справлюсь. Я легко избавлюсь от этих ребят. Ты всегда отлично стреляла. Так, уже нет, я все-таки перезагружу игру и... И пусть меня нормально модельки разваливают. Так. Поняла. Выдвигаюсь. Выполняю. Сбежавший агент здесь! Шевелитесь, шевелитесь! Я справлюсь. Во что бы то ни стало. Выдвигаюсь. Не вижу цель! Быстро уходим! Секунду. Во что бы то ни стало. Выполняю. Тормознули? Выдвигаюсь. Ребята, тут у вас типа... Это будет непросто. Что здесь произошло? Короче. Поняла. Поняла. Что это за хуйня? Чую заварушку. Протосовская какая-то. Впереди хорошо укрепленная позиция. Пока тебе лучше избегать встречи с ними. Ой, да выдвигаюсь. Сколько у меня там? Поспешим. У меня она бессмертна. Уже в пути. Выдвигаюсь. Ты меня не видишь. Выполняю. Где-то рядом должны быть импульсные гранаты. Они хороши против скоплений противника. Поняла. Отлично. Теперь я смогу пройти дальше по коридору. Во что бы ты ни стало. Выполняю. Отличная штука. Конечно. Пирса и Дельту тоже держат в этом комплексе. Но добраться до них будет нелегко. Вместе сюда попали, вместе и выберемся. А потом узнаем, какого черта здесь происходит. Выдвигаюсь. Я справлюсь. Тревога. Запущена процедура самоуничтожения в комплексе. Этого еще не хватало. Ну что вы делали? Неприятный сюрприз. Нова, нас собираются казнить. Поспеши! Стараюсь изо всех сил. Во что бы то ни стало. Знаешь, не так уж и просто. Чую заварушку. Недостаточной энергии. Поняла. Казнить призраков, Доминион! Выдвигаюсь. Я справлюсь. Канал. Я думала, меня убьют. Нужно найти остальных. Без нас они пропадут. Сраный. Поняла. Следую за тобой. А у меня тут энергия подключает. Чую заварушку. Выдвигаюсь. Выполняю. Уже в пути. Ой. Во что бы то ни стало. Там беда, у меня энергии типа нет. Поняла. Сюда! А это хуйня вижу, он дает? Поняла. Я справлюсь. Да? Это не солдаты Доминиона. Нова, что происходит? Ничего не понимаю. На последнем задании что-то пошло не так. Думаю, мы попали в плен. Давай за мной. Я справлюсь. Выдвигаюсь. Выполняю. Уже как в пути. Мне туда пройти? Выдвигаюсь. Сраная боль. Наебали. Во что бы то ни стало. О, чую прости. Заварушку. Вступаю в бой. Не меня. Поняла.
Уже в пути. Огонек. Поняла. Ой, да ладно тебе, ты что? Я справлюсь. Чую заварушку. Поняла. Я тебе туда как... Выполняю. Что? Выдвигаюсь. Уходи. Выдвигаюсь. Поняла. Пристрелить. Что здесь произошло? Вот. Поспеши. Во что бы то ни стало. Уже в пути. Поняла. Уже в пути. Я справлюсь. Чую заварушку. Ой. Выдвигаюсь. Да, грубо. Недостаточно энергии. Спасайте. Выдвигаюсь. Спасайте. Поняла. Маскируйся. Во что бы то ни стало. Поняла. Поняла. Уже в пути. Поняла. Слава богу, ты справилась. Идем. Идем. Мы выберемся отсюда все вместе. Ух ты. Или как их там? Выполняю. Да, я справлюсь. Так, мы в Шарпсбурге. Нужно выйти на связь с местным гарнизоном Доминиона. Лучше покинем планету. Здесь даже у стен есть уши. Неподалеку отсюда есть челноки. Быстрее всего до них добраться на стервятниках. У нас будет больше шансов, если мы разделимся. Мы с Пирсом пойдем отдельно. Удачи! Хорошо. Стоун, нам пора. Что это такое? О! Серьезно? Нужно смотреть в оба. Вокруг полно гражданских. Ухухушеньки. Ты предала нас. Серьезно? Опять попытаемся болеть. Как не хилится-то, а? Что-то не хилится. Бейте живы. Блин. Нова! Противник приближается сзади! Что? Эти сволочи все не угомонятся. Мы с ними разберемся. Что нам мешает просто взять и стартануть? Ну, нормально же стартует. Здесь, да, не сюда еще перейдем. Это какая-то аркад. Какой-то рок-н-ролл рейсинг получается. Ой! Это что за чертовщина? Бежавший агент найден. Орудие к бою. Ух!
увидел такую кастомку. Не, ну совсем какая-то аркада. Конечно, храбрый, ребят. Нет, нормально. Это на мобилку. Недостаточная энергия. Ой, недостаточная энергия. У меня энергия. У нас получилось. Нова, ты первая, я следом. Сперва ответь на мои вопросы. Ты хочешь узнать, что случилось, или выбраться отсюда живой? Ладно. Ну что ж, а на этом я закончу, собственно. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.